целый месяц зрители «Катунь-24» гадали, когда тронется лед. Свою версию нужно было написать в комментарии к посту о конкурсе. Вариантов набралось немало. Более 500 человек предлагали даты. На кону был смартфон LTE Maxi Tele 2. Правильный ответ – 14 апреля в 8 утра. Ближе всего к нему оказались Алина Сот, Лидия Решетникова и Ирина Бугаева. Право определить победителя мы предоставили питомцу барнаульского зоопарка еноту Марии. Обладателем главного приза смартфона Tele 2 Maxi LTE от нашего партнера компании Tele 2 стала Лидия Решетникова. Так получилось, что я очень давно как бы слежу уже, когда ледоход. И получилось, что я посмотрела, как по предыдущим годам он шел, и сопоставила, и определила дату, что 14-го. Я очень рада была, потому что, я даже уже про это забыла и не помнила, что когда-то ставила это. Также финалистки конкурса Алина Сот и Ирина Бугаева получили утешительные призы – фотонабор для смартфона от компании Tele 2, а также упаковки воды высшей категории качества «Легенда жизни». Уже 2 года сотрудничаем, все нравится, нам очень приятно, что вы из года в год готовы сотрудничать с нами для того, чтобы испытать удачу и интуицию ваших телезрителей. Мы рады вас в этом поддерживать, и планируем в дальнейшем точно так же принимать участие в этом мероприятии. Следите за акциями канала «Катунь-24» в соцсетях, и, может, именно вы станете победителем очередного конкурса. Яна Аксенова, Василий Токмачев, Антон Червяков, Сергей Седых. Новости.